Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу предложить вам приготовить вот такой яркий и очень вкусный салат с красивым названием буковина. Это прекрасная альтернатива салату оливье. Конечно, ингредиенты очень похожи, но на вкус это совершенно другой салат, не менее вкусный и очень интересный. 260 грамм копченой колбаски, это может быть любая колбаска по вашему вкусу, можно взять также ветчину, у меня колбаса сервелат, нарезаю небольшим кубиком. Отправляем в какую-то глубокую емкость, где можно будет все перемешать. Также понадобится 3 средние картофельные отваренные и 1 морковь отваренная. Вес где-то картошки у меня 360 грамм и 1 крупная морковка где-то весом 200 грамм, можете взять 2 небольшие. Картофель и морковь тоже нарезаем небольшим кубиком и отправляем в общую массу. Кстати, забыла сказать, что картофель и морковь я отваривала в подсоленной воде. Также понадобится болгарский перец или перец капи. У меня вот перец капи, 2 средних перца весом 200 грамм. Если будете использовать болгарский перец, берите один крупный. Чем мясистее перец, тем будет вкуснее салат. Тоже нарезаем небольшим кубиком. Небольшой пучок зеленого лучка нарезаю мелко, где-то грамм 50, использую только зеленую часть. Добавляю 1 баночку горошка, обязательно попробуйте, горошек должен быть вкусным. Это примерно 250 грамм. Перемешиваем. Также на этом этапе можете посолить по своему вкусу, учитывая соленость продуктов. Количество и вид заправки уже по вашему вкусу. Это может быть только майонез, может быть пополам майонез и сметана, и может быть греческий йогурт, тоже получается вкусно. У меня сегодня 2 столовые ложки майонеза домашнего и 2 столовые ложки нежирной сметаны. Как сделать такой густой, вкусный и майонез, который всегда получается, у меня есть на канале, ссылочку оставлю под видео, появится вверху. Перемешиваю заправочку. Заправляем и хорошо перемешиваем. На этом этапе обязательно попробуйте на соль, вкусно ли вам. И если все в порядке, советую дать салатику пропитаться в холодильнике, только потом кушать. Где-то 1,5-2 часа, и он будет просто невероятно вкусным. Салатик, конечно же, можно подавать в салатнице, а можно подать более празднично. Я буду использовать кольцо, подам его в виде тортика. Утрамбовываем. Легонько вот так прокручиваем и поднимаем. Вот такой замечательный, яркий, очень вкусный салатик получился. Обязательно приготовьте, на праздничном столе он не затеряется, его все попробуют и будут в восторге. До новых вкусных рецептов, пока-пока!